Свято-Троицком храме состоялся чиносвящение отреставрированной мозаики «Спас нерукотворный». Восстановление иконы, расположенной над южным входом в здание, шло больше года. И вот в праздник Святой Троицы во время крестного хода мозаику осветил настоятель храма отец Амвросий. У меня голос дрожит даже немножко. Я говорил только что прихожанам, что мы благодарим Бога. Вот, и неравнодушных людей, в частности, вашу компанию «Фосагро», которые помогли восстановить первозданный вид Свято-Троицкого храма. Благодаря этим иконам храм уцелел, храм не взорвали, и мы верим, что они являются заступниками не только нашего храма, но и всего города. Именно таким, как его задумал архитектор Федор Шехтель, стал Балаковский храм спустя 100 лет после строительства. Долгие десятилетия церковь была в плачевном состоянии, но благодаря поддержке компании «Фосагро» постепенно стала возвращать былое величие. Здесь появился новый иконостас – колокола. Отремонтированы помещения, благоустроена территория. 3 года назад провели восстановление мозаики Святой Троицы над центральным входом. И вот теперь засиял и спас нерукотворный. Много еще предстоит делать. Но все то, что делается, все по проекту Шехтеля устанавливается. Над мозаиками трудился один из лучших мастеров страны Игорь Лавриненко. На его счету множество работ по реставрации икон. И по приглашению компании «Фосагро» он взялся за восстановление панно Свято-Троицкого храма. Мы искали мастеров, которые знакомы именно с этой школой мозаичной. Общались с реставратором, что это вообще уникальные сами по себе мозаики. Да? Что он вот за свою историю, сколько он занимается, что он только... Вот у нас здесь и в Санкт-Петербурге еще есть одна такая же мозаика, которая сделана вот именно с таким уровнем мастерства. Ну а скоро начнутся работы по восстановлению третьего панно на северной стороне храма. Лик Богородицы тоже требует внимания реставраторов. Строительные леса уже переносят на место будущих работ. В этом году икону обследуют, а в следующем восстановят.